Омские турниры по греко-римской борьбе всегда проходят с аншлагом. Популярность этих единоборств неизменно укрепляют и громкие победы наших спортсменов, и звездные имена в истории. Мемориал мастера спорта международного класса Сергея Игнатенко – турнир особого свойства. Чемпионы этих соревнований просто обречены на успех в большом спорте. Это турнир для детей, для подрастающего поколения, где ребята могут раскрыться, показать себя. И он традиционно международный. Братья казахи у нас здесь присутствуют, они все время приезжают и создают достаточно серьезную конкуренцию, поэтому турнир интересен. Постоянный гость соревнований – сын Сергея Игнатенко Александр. Спортсмен в прошлом, теперь уже не борется за медали, но любовь и интерес к греко-римской борьбе никогда не утратит. Для него мемориал – еще один способ освежить память об отце. Отца своего совсем не помню, то есть мне было всего лишь 3 года, когда он ушел из жизни. Никаких детских воспоминаний, даже фрагментов никаких. И, соответственно, узнавал я про него уже по рассказам мамы, по рассказам друзей его. И таким самым показательным это было именно проведение этого турнира. То, что люди помнят, каждый год уже традиция такая стала, проводят этот турнир. Ежегодно состав турнира только крепчает. Атлеты из России и Казахстана оспаривают лидерство в 11 весовых категориях. Не обходятся соревнования без действительно красивых побед. Одну такую на свой счет записал призер первенства России из Омска Ирлан Махмудов. Я собрался, все собрал в одно целое и подготовил пренос, который знал, что на 100% получится. У нас очень захватывающий. Хочется еще дальше бороться, показать, на что способен.